все, ну, вот все. Страшно. О, привет. Все, привет. Зоопарк. Зоопарк. Итак, всем здорово. Так нет, с такой же интонацией говорю. Всем привет, мои дорогие друзья. Я Нейси, и это мой друг Эмеральд. Да, всем привет. И сегодня мы продолжаем снимать стрёмные приключения в Майнкрафте. В кубическом мире Майнкрафта. Ну да. Вот, собственно, сейчас мы... Вот у нас сумерки. А, у тебя есть бумажка, слышь? Бумажка? Нет, у меня, к сожалению, не найдется. Тогда надо за тростником сбегать, да? И сейчас сумерки. Вообще, у меня был тростник, только его потерял. Смотри. В этой серии мы что будем делать? Мы будем делать ловушки, да? Всячески. Да. Нам надо отправиться на болото за слизняками. И сделать эти, как их там... Пистоны липкие. Чтобы ловить. Эти... Их там по-русски назывались, я не помню. Ладно. Неважно. В общем... Что, поршень. А, мы еще кое-что крутое вам хотим показать. Что-то... Так. Чувак! Что? Чё пьёшь? Жесть! Я ж похудел от... Чувак! От страха, жесть! Чувак, меня так не пугай! Чувак, он на проходе прям стоит. Так, сейчас Макар заюзаем. Давай, стой. У меня не заряженный! Стой! Бэм. Опять этот безглазый Джек! Давно он к нам не приходил, кстати говоря. Давно не приходил, стой. Я уже подумал, что он забыл про нас. Он, оказывается, нет. Сейчас мы, друзья наши, мы покажем вам крутую вещь. Стой, иди сюда. У тебя есть типа светильник и что-то? А, факел вот отсюда возьмем. Почему нет? А, факелы. Так, факелы. Вот, сейчас мы, короче, отправимся на аэродром и покажем то, что мы сделали, да? Да. Ну, мы когда запись завершили, нам нечего делать было. И вот, да. Это ангар. Да. Вот такой вот ангар, да? Такой средних размеров ангарчик. В нем помещается один вот такой вот деревянный кукурузник, а который у нас есть. Биплан, слышь? А, действительно. А куда он делся? У меня, кстати, проваливает, ты видишь? Чувак, да, когда ты встаешь тут. Блин, ой. Я попробую нащупать его. Нащупать? Опять он что-то залагал, короче, биплан, все. Так, погоди. Так. Странно. Окей. Так, мы, короче, сейчас перезайдем в мир и продолжим. Так, вот мы перезашли, вот он стоит. Так, сразу давай его просто уберем в сундук. Да. Чтобы он ничего не такого. И вот такой вот, собственно, ангарчик прикольненький, да? Да, большой такой вместительный. Тут даже, по-моему, БТР поместится. Или танк. БТР. О, слушай, а давай заглянем в этот верстак крафта. Кстати, возможно, он должен поместиться, потому что он, на самом деле, не настолько... Мы можем вертолетик сделать, да? А почему бы нет, кстати говоря? Он же покруче, чем самолет, чувак, будет в плане управления. Он как бы одноместный, вот минус. Так, будем по очереди летать? Еще есть, смотри, фокеры, типа кукурузники такие, да? О, и просто бумбургер. Я с самолетами не очень дружу, я просто люблю больше летать на этих, на вертолетах. На вертолетах? Да. Понятненько. Ну ладно, давай уходим отсюда и пойдем искать болото. Пойдем. Ночью пойдем искать болото. Так, давай разделимся, наверное. Ты пойдешь туда, я туда. Пошли вместе пошли. Вместе? Да. Ну знаешь, почему я так решил? Потому что, смотри, мы как бы будем сразу две точки исследовать. Чувак, мы должны ходить вместе. Всяких хрени из крипипасты ходят, погоди. По-моему, самые страшные... Настройки графики и делаем вот так вот. Честно говоря... Вот самые страшные существа, которые я сейчас встречаю, это овцы. Потому что, смотри, какие они серые. Да. Вот, так, у тебя прорисовка маленькая такой стала, да? У меня она какая-то слишком маленькая стала. Ай! Все, не трать патроны. Ты как? Давай, что? Я буду держать свет твой. Или ты держи один. Может, как же тут темно все-таки? Чуть овца сделала плохого. Я просто палю, а что вижу. Пошли. У меня закончились все патроны. А нет, уже есть один. Пошли. Так, значит, где у нас болото? Так, только бы в лаву сейчас не упасть. А, нет, всё, не упаду. Ты где? Какую лаву? Здесь, я здесь. Где? Так, смотри, ты говоришь, нам нужны тростники, да? Тростники и слизняки.
Слизняков мы вряд ли найдем, а вот тростники 100% мы найдем. Слизняки, они на болоте. А болото вон... Ой, кто меня ударил? Где? Какие-то тростники, какие-то... Эти самые... Как это называют? Колоски, а, подсолнухи. Иди, иди сюда, слышь. Ай-яй-яй. Ой. Так, все. Все, погоди. Вот рядом с домом нашим, да? Давай следуй за мной. Ну. Вообще, хорош. Так, там, короче, у нас болото есть, да? Да. И ночью там должны респаться эти... Слизняки, ты где? Я здесь, подожди, посвети, посвети, мне надо кое-что увидеть. А, погоди. Медный провод? Да. И что ты сейчас тут, адронный коллайдер будешь строить? Да, да, как ты угадал. Вот так вот, пошли. Так, там уже рассвет идет. Давай, собирайся. И, собственно, мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай. Так. А куда? А, вот он. Стой, а где наш дом? Давай лучше. А он вот там, он там. Смотри, вот за мной теперь плыви, да? И сейчас тут будет этот ангар. А ну-ка, посмотри наверх. Уи. Ой. Летун, блин. С джетпаком ходишь тут. О, кстати, мы... О, кажется, наши... там болото. Да, вот. Мы, друзья наши, хотим еще забабахать охрененный, просто атмосферный летсплей по Майнкрафту в версии 1.7.3 или даже меньше. Или чтобы... вообще в альфе, или как там... Да. Который вообще есть мультиплеер, конечно. Альфа 1.1 какая-то там... там... С которой еще Орион начинал. Эй, Крипер! Тихо-тихо-тихо. Сейчас... И вот, собственно... Ой, я тебя ударил. Ой-ой-ой, он на меня... Не, на меня он не загрелся. Все, я убил Крипера. Ну вот, и, короче, вообще ранней версии Майнкрафта, да? Ну. И там, короче, мы установим этот фленс-мод, да? Да-да-да. Специально для самолетов, потому что там передвигаться будет проблематично, потому что мы столько всякой фигни настроим. Потому что в да, и будем наслаждаться вот этим вот всей ностальгией, вот этой вот. В общем, чем мы там наслаждались еще. Да, вот потому что в этой версии Майнкрафта, да, как бы там нельзя. Тут нельзя построить типа спавнер мобов, да? Да. Чтобы они как бы падали, ну, респались, там падали и разбивались. И чтобы мы просто лутом, не знаю, были богатые. Ну да. Вообще, модов установим там. Ты что там задумался? Я просто думаю. А ты где, кстати? Я тут. Что-то слизняков найти мы не можем. Так, их можно найти в шахтах. Я пока нам еды добуду. Я все равно рядом нахожусь. Так что, может быть, запалю кого-нибудь слизняка. Окей. Тут слизняков нету, что-то не наблюдаю я. А, я тоже... вон там же кувшинки. Вот, я пойду по болоту, слышь. Ну, окей. Только меня подожди, окей. Давай, давай. Чё-то, блин. Я же помню, что на болоте слизняки. Стой. Ползают. Так, давай тебе это отдам, потому что у меня всё равно инвентарь полный. Шкура. О, слушай, мы можем сделать себе эту броню. Какую? Кожаную. Кожаную у нас же есть. А, не, у меня нету. Но у меня есть кофта Томми Хилфигер, так что она меня... Она тебя защитит от всего. Она меня защитит от всего. Фига себе, как лут долго держится. Смотри, я еще где-то во второй серии срубил дерево. Так, у тебя есть краник? Краник. Нету. Не взял с собой. Надо было раньше мне говорить об этом. Жалко. Окей. Так... Тут гивея есть. Ты где нашел? Вот гивея. Ну, сзади. А, о, чертов, да. Ненавижу его. Кто его вообще любит? Его любят только... Мазохисты какие-то. Да. Так, я поставил верстак, но мне не хватило на краник. Прекрасно. Все, окей. Ровно на дерево и... Равнотин. На тебе, индустриальщик ты наш. Давай. Если что-то индустриальное, это всегда я люблю. Так, смотри, вот. На, забирай из гивеи. Чё, ну, говори. Пипирку эту. Вот, ща. Мне нужен топор. Латекс. И вот еще пым.
Окей, спасибо, 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 спасибо. Так, будешь знать, что тут огивей растет. И у меня сломался топорик. У тебя сломался топорик? Да. И вот там вот как бы продолжение, да, идет этой болота. Поэтому давай там пойдем, а? Окей. Вот там грибы растут. Давай. Так, значит, что у нас тут? Только кувшинки? О, это же мой любимый биом, слушай. Вот этот? Вот там? Этот вот, офигенский. Он, смотри, он весь грибной, и смотри, какой он красивый и прекрасный. Кстати, в рейке мы используем точно такой же биом. Он появился еще, по-моему, когда он появился? Этот биом? Да. Он недавно появился совсем. Недавно, но когда именно? На какой версии? На 1.8? А, 1... Нет, у нас же сейчас 1.7.10, ты что, совсем, что ли? Вот, в 1.7 где-то появился. А это, кстати, ты с чего корову ушатал-то? О, я тростник нашел. Как с чего? С лопаты. Ой, ко мне бежит маленький зомби. Маленький зомби? Вот, видишь? Чувак. Они, кстати, сильнее, чем обычные зомби. Я знаю. Потому я не люблю этих маленьких скотин. Кто их любит? О, а давай на этот Эверест поднимемся, а? Давай. Так, ладно, что-то у нас не получается слизней найти. Ну, мы на самолете полетаем потом какой-нибудь серией, ну, в поисках болот, да? Mm-hmm. Чё ты там опять крафтишь, достал, пошли. Я ничего не крафчу. Чё ты задумался тогда, смотришь на... Чё жрать крафт? Хочу. А она? Смотрю на нее аппетитными глазами и представляю, как из нее шашлык делаю. Шашлык из коровы? Ну, вообще из свинины принято делать, но из говядины тоже делают, особенно такие любители. Да. Например, я. Вообще, на самом деле, шашлык можно из всего сделать. И даже из меня. Даже но из это... тебя, вот-вот. Смотри, да. Я сейчас рыбку прыгну. Давай. Плю. Ты подлагал еще так прикольно у меня. Блин, из-за этого дождя. Я не знаю. Я его ненавижу вообще. Так, я забрался на гору, и тут немножечко побыл. Ах ты ж точно, у тебя же джетпак. Это мне тут корячиться надо, потеть. А ты там жик так и полетел. Ух ты, сколько тут коров. Да, сегодня мы голодать не будем. Слушай, может тогда в шахту там отправимся? Кстати, хорошая идея, я сейчас соберу еды. А, слушай, у меня столько шерсти, может броню скрафтим сразу заодно? Шерсти? Да. Или кожу? Ух ты, Альпы начинаются, слышишь? Вот этот снежка не лагает у меня, вот снежок это прекрасно. А вот дождь... Снежок это офигенно, я сам его обожаю. А вот дождь это вообще... Кал? Это вообще... Вот моими словами прям сказал. Так, окей. Где? Я забираюсь тут, вот видишь, я альпинист. Блин, вот бы мод Grappling Hook, который у тебя вылетает, да? Я бы вот так вот туда и повис бы над этой пропастью. Ага. Как этот самый, как его звали? Из Uncharted Drake. Нет, как Сэм Фишер из этого. А, да. Из Splinter Cell. Splinter Cell. О, смотри, я сейчас камушек... О, у меня камушки есть, смотри на коров. Где? Так, вот, собственно... Изи, смотри, я умею летать. А теперь смотри. Плюх, лови. Че за... Ты у меня снежок кинул, зачем? Да. Ну, как смотри, бы, у меня еще зима. Да? Кстати, немножечко о погоде. У меня тут на улице как раз таки еще больше снега, чем в Майнкрафте, на самом-то деле. А у тебя как там стоит дело с погодой? Нормальненько так же. Так, ладно, камушки я не докидываю. Слушай, а можешь мне там лед разбить внизу, я туда прыгну? Лед разбить? А, не, я и так допрыгну вроде, или нет? Нет, давайте я спущусь, разобью его. Давай. Так. Ай. Смертельный номер, исполнитель Нейзи... давай! Ура. Я типа аплодирую. Типа, да, так. Так, стоп, а где наш дом? Ё-моё, куда мы пришли? Наш дом за вот этой вот горой. За вот этой горой. Как раз я заряжу джетпак, потому что там энергии уже очень мало осталось. А ну, кстати, сколько? 1.82, это очень мало. А то ты это, блин, не дойдёшь. Доем. Ой, дойду. Доем. Доем. Чё ты там есть собрался?
Боже, этот дождь, я не знаю, он меня доконал уже окончательно. Я больше не могу его слушать, воспринимать серьезно. О, тут гиви, я слышу, растет. Так, я не понял, мы что, потерялись? А, нет, не потерялись. Вот, вот тут все, наш дом уже. О, смотри, какая тут местность классная, стой. Приди к входу в дом, да? Ты где? Чувак. Я тут. Тут это где? Тут это сзади тебя. Да, смотри, иди за мной. Идешь? Да. Ты где? А, вот. Смотри. Ой, гроза, гроза, вот это стрёмно. О, гроза, я люблю только погоду, на самом деле. Смотри, как классный тут, а? Ну ты идешь за мной, ты когда пропал? Уже нет, потому что я уже иду заряжать, потому что у меня уже наш разрядился. Окей, ставь на зарядку и пойдем, я тебе покажу. А он сейчас за 5 секунд зарядится. Так, сирень, нахрен мне сирень, не понимаю. Заодно и скрафчу нам броню. Ну. Да, вот броню было бы неплохо. Так, значит. А мне не хватает штанишек. Штанишки. Так, вот. Тебе дерево не найдется случайно? Дерево найдется. Давай сюда его. 11 штучек только. А, ты... Да. Для генератора, сам понимаешь. Поставил на зарядку телефон такой с деревом. Генератор. Ты понял, блядь. Что я за фигню несу? Окей. Так, и ботиночки. Во, все. Я стильный, модный. Молодежный. Ладно, не буду шутить эту шутку. Так. И блин. Все, наконец-то, неужели? Что мы вообще не заэксплорили даже? Ничего не изучили. Красители найдутся. Красители, да? Какие? Любые, желательно синие, зеленые, там такие. У меня желтый есть. Давай желтый. Так, у нас есть алмазики. Что мы можем сделать с алмазиками? Давайте посмотрим. Смотри, какой я стильный, модный, молодежный. Штаны желтые. А синий есть? Синий? Не, у меня нет, прости. Нет? Жаль. Так, у меня есть дохрена булыжников. Стоит, а нет, у тебя полный комплект, это себе сделаю. И смотри, пойдем тогда делать пока первую ловушку. А, одна, она будет заключаться в том, что ведра, короче, с водой, да, типа, ну, типа, водой будет уносить течением, ну, течением будет уносить мобов, да, и смывать в эту фигню. Пошли, ты где? Окей, я здесь. Так, значит, похож на какого-то бомжа, вот раньше был похож на человека. Так, ух, фига, тут гроза прям сюда бьет, там аж это. Только бы не подожгло. Не, там подожгло прямо. Где? Но дождь затушил. Так, смотри, где у нас дофига... Во, вот там мобов много. Иди сюда. Так, значит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот про зомби я не ожидал. Так, алло, ты где? Да-да-да, я здесь. Погодь. А где зомби? Там вот где-то... Фига они быстро ходят. Быстроходы. Ай, по мне тут не стреляй. Ты полностью твою тетиву натягивай. Так ты. Снайпер от бога просто, не знаю. Ай, сзади. Ой-ой-ой-ой, мне надо похилиться. Неподбираемый дроп. Я сейчас прибегу. Почему зомби хавают вещи? Объясни. В смысле хавают вещи? Они хавают вещи, понимаешь? Они не хавают вещи, они просто куда-то опять загромозились, как с тем. Помнишь, Сидитер? Ты сказал, что он тоже схавал вещи, но на самом деле нет. Вот они переместились сюда. Так. Нет, ходячие, вы до меня не дотронетесь. Так. Один. Так. Как ты там воюешь, я лазю в инвентаре. Собственно, этот дождь меня задолбал. Нет, задолбал. Задолбал, да. И поэтому мне надо где-то построить ловушку для мобов. Где мы будем строить? Все, посмотри, как бы
Овцы, они на что идут? На пшено? Не, это раньше они шли на пшено, а сейчас на что идут? Сейчас они идут на морковку, может быть? Не, на морковку свиньи идут. Так, нет, слушай, пока это оставим тут, нам нужно в шахту. Все равно дождь на улице, да? Да. Слушай, у тебя есть ингредиенты для того, чтобы мне буру сделать? Кого? Бур. Бур. Не, нету. Но у меня есть. Есть две палочки, есть... Да. Вот у меня есть для тебя. Ну нахрен мне кирки твои. Есть две палочки? Нету! Как нету? Ту-ту! Как нету? Ту-ту! Ё-моё! Так чё, вот и нет. Это зомби идут. Зомби? Да, мне нужно за деревом быстро под. Зомби? Да. Под покровом темноты я бегу сажать кусты. Под покровом темноты я сижу, я иду сажать кусты. Это в рифму так звучало, знаешь, весело. А это что там такое? Это озеро лавы или что светится там такое? Что? Просто свет из ниоткуда, слышь? Не аномалия понял. Какая-то, не знаю. Паранормальные явления. Чувак, тут в натуре стрёмно, находиться. Паранормальные явления, пятая серия. Блин. Тут в натуре темно, тут такая гроза бьет еще, да? Не хватает еще, знаешь, музыки такой атмосферной. Тэн-тэн-тэн-тэн. Вот это, да? Не надо, звуковое оформление. А то ты сейчас окончательно поедешь. А то все, да, сойдешь с ума и, не знаю, вырубится и... Вырубится монитор, придет Джефф и напугает. Джефф? Кстати, насчет Джеффа. Точно, давай, пока это... Пока не пойдем в шахту и сделаем эти, бумажки. Бумажки? Да. Ты хочешь сделать бумажки? Да. Ну хорошо. Так, бумага. Хорошо. Так, и ты что там делаешь сейчас? Копаю шахту. Так, я пока поставлю крафтиться в компьютер, да? Компьютер. И... Который не тянет шейдеры. Угу. И вот две палки, так. Ай-яй-яй, яйцо некуда кидать. Где девать кидать? Так, применим метод, старый дедовский метод, как быстро вскопать всю шахту. Как? Поставить ТНТ. ТНТ? У тебя же ничего не выпадет. Выпало. Что выпало? Да ладно! Что? Джефф за киллер попался. Серьезно? Да. Я предсказатель, чувак. Куда его ставить? Давай куда-нибудь стекло. Стой, поставим. Дай я приду. Давай, чувак, Джефф попался. Чувак, я просто предсказатель, понимаешь? Да, ты Ванги. Все. Короче, смотри. Давай построим ему клетку, знаешь, где-нибудь. А, я знаю, кстати, где. Вот тут, давай. Я специально ее и выстроил. Вот, стой, у меня булыжник есть, стой. Или ты хочешь, чтобы он на песочке... А, давай, знаешь, лампу... Как в курорте, чтобы ему, да, тут было, знаешь, как дома. Стой, дай я по-своему сделаю. Погоди, да, песочек так ему поставить, чтобы он жил у нас тут. Да. И стекло ему сделаем. Угу. Так. Тихо. И вот так вот, значит. Вот так я ставлю... Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Чтобы... Так, нет, мне нужен еще песок. Песок, отдайте песок. И ставим вот так. Да. Вырежешь этот момент. Мне нужна... Чувак, поставь назад, на паузу. Так, вот, собственно, делаем ему потолок в 3 блока, чтобы он головой не бился у нас. Да. И вот тут вот так вот, и свет ему, вот такой, типа, ламповый такой. И смотри, и сейчас у нас стеклышко тут сделалось, и все, собственно. Смотри, иди сюда. Погоди. Ответственный момент, призываем Джеффа. Так, ну-ка. Ой-ой-ой, все. Ой, это страшно. О, привет. Всем привет. Зоопарк. Зоопарк. Стой, давай на превью, короче, вот так. Встань, да, стой. Погодь. Не, уйди отсюда вообще. Во, вот так вот, все. Все, готово. Все, у нас будет свой домашний Джек. Все, домашний Джек. Так и подпишем его. Домашний Джек.
Домашний Егор Павлов. Джефф, а не Джек. Домашний Джек Фастгейм. Так. Так, значит, тут вот. А что, точно такой же? Ну, так. Да, похож. Да. И вот так, смотри, вот так делаем. И тут дом... Домашний Джефф. Джеффи. Джеффи пускай будет. Все, Джеффи, будешь у нас тут жить. А, ты, я вижу, любишь веселиться, судя по твоему лицу. Да. Поэтому вот, все, домашний Джеффи. Домашний Джеффи. Джеффи. Надеюсь, ты не будешь с нами воевать. У меня в детстве была собака, ее тоже звали Джеффи. Да? Да, я серьезно. О, слышь, мне попался безглазый Джек. Давай его тоже. А пускай они дружить будут, слышь, давай их в одну камеру. О, ну давай. Почему бы нет? Они драться не будут, интересно, между собой. Иди сюда, иди сюда. Вряд ли. Ну, может, если они, конечно, квартиру не поделят, то. Чувак, да уйди ты от меня. Иди сюда. Ты где? Что уйти? Ну что уйти от тебя? Зачем от тебя уходить? Да домой иди, слышь. Или ты где? Я здесь. Смотри, сейчас ставим Джека. Вот, все. Все. Че, два друга. Он даже ему головой кивает, они разговаривают, понял? Че? Смотри! Че, погоди. Смотри, какая поза. Джеффи и Джеки. И Джеки. Джеки. Все, Джеффи и Джеки. Все, Джеффи и Джеки. Реально забавно выглядит. Все, прикольно, да? Ага. Так, я сейчас давай сфоткаюсь. Оп, на А. Да. Блин, Джеффи и Джеки. Они два друга. А вот смотри, они смотрят на друга такие. Такие, чувак, давай свалим отсюда. А такой, а Джефф такой отвечает, давай, только как? Он говорит, фиг знает, давай сломаем стекло. Ну как, я же NPC, я не умею это делать. Ай, ё-моё. Так, окей, ладно, хватит, я пойду. Шутки шутками, а меня шахта ждет. Так, я тоже пойду в шахту. Меня просили. Я тут создал свою огромную шахту, поэтому ты в нее иди, тут она довольно-таки большая такая. Это ты что, ты взорвал? Да. Кратер, блин. Да, я сам в шоке. Тут такой вот туннельчик образовался. Так, ты осторожно, сюда лучше. Так, сюда лучше не иди пока что, потому что тут сейчас будет кабумчик. Паша бумчик. Биг бадабум. Так, этот самый. Так, закурить не найдется? Закурить найдется. Только дай железо мне, железный слиток. Железо? А, не найдется. Сейчас погоди, я принесу. Ну ты знаешь, на самом деле, зачем мне зажигалка. Да. Он у нас не курящий, ему это нужно для взрыва. Да, это так, чисто шутка, чтобы вам доставить удовольствие немножечко. Удовольствие. Где удовольствие? Так, делаем палки и все. Телеканал ТНТ ждет. ТНТ. Сейчас будут танцы, да? Угу. И вот давай, смотри. Со звездами. Все, закурить найдется, и причем очень. Валю, валю. Гаси. Ну и взрыв. Ух ты, ешь, что это? Шуница какого? Фу, уходи. Чувак, чё, какого они пришли? Ай, пошли нафиг. Так, источник. Чувак, а может какой-то опять данж нашли, раз тут чешуницы. Ты чё, вполне возможно. А, смотри, Ань, наверху там, я думал, руды там прям важные. Ну, наверху, да, нормальненькие такие. Почему бы нет, собственно говоря? Ну, блин, слизней мы не нашли, это очень печально. Пещера хранилища спавнились слизни. Ну, они сейчас там спавнятся, только надо найти подходящую. Или они только в джанжах спавнились, я точно не помню, но я на 1.8.1 бета находил. Да, смотри, давай еще поставим динамит, а? У меня больше нету. Больше нету? У меня вообще ресурсов по нулям почему-то надо добывать. А ты что, песок же у нас есть, у меня есть там динамит лежит. Да? Да. Так, ой. Да куда утца какой-то написал вообще? А почему чешуницы-то заспавнились, а? Это значит данж где-то рядом.
Ну, помнишь, мы же нашли этот... На меня дофига чешуниц полезло, помнишь? Да. Там, где приборы ночного видения. Кстати, приборы ночного видения, я... Там один чувак мне писал, что я его профукал, да? Но на самом деле я его не профукал, он в самолете лежит, в карго-отсеке. Карго-отсеке. Так, иди сюда. Значит, как там крафтится? А? Кого? Кто? Ну, динамит. Типа перекрестие, вот. Ага. Почти. Я не так сделал. Чуточку иначе. Так, и вот так вот. Все, я сделал динамит. Так, раз, два, три и... Четыре, у меня больше пять. Нету пороха. Вышел. У тебя нет пороха? А, пороха? Да. Нет? Не, нет. Окей, пошли, еще один взорвем. Динамит. А, так. Значит, где его ставить? А прям уголь поставлю. Окей. Во, вот сюда. Ох ты, тут руда. Так, ща, где руда? Уходи. Выхожу. Отсюда. Ща. Потому что я тут очень занят. Сколько тут руды? Охренеть, посмотри только. Смотрю, смотрю. Чувак, она такое ощущение, что бесконечное было. Я знаешь, сколько выкопал за раз? Штучек. Ну сколько? 10 штучек. А, 10? Окей. Так, вот, ставлю сюда динамит. А, уходи! Отошел! И что там взорвалось? Не знаю. Чувак, я какой-то... Я проход в шахту нашел. Какой проход еще? Вот. Интересно, давай изучать. О, там лава, слушай, пошли туда. О, я уран нашел этот, или как он называется? М. Чувак, вы... М. Это, урановая руда, что? Ух ты. Тут есть трава. Трава? Тут Уид. Есть уид. Сундук живет. Возможно. Ой-ой-ой! Куда что? Я падаю? Куда? Бездна. Бездна. Какая бездна? А, не бездна. Чувак, что за... Азурит! Его так не хватало! Охренеть. Куда мы пришли, а? Почему он не добывается? В смысле не добывается? Все добывается. А, он каменный киркой же добывает. А, ты удачно поставил. Чувак, блин, вот это, его вот мне это классная вот. Шахта, скажи. Да. Смотри туда просто, вдаль посмотри. Офигеть. Редстоун! Редстоун нашли. Найс, ну он у нас, конечно, есть. Это... Золото! Золото! Спасибо, Крипер. Мы бы туда не задумались. Чувак, смотри. А алмазов нет? Если тут есть золото и все в перемешку, то алмазы по-любасу должны быть. Давай где-то вот тут покопаем где-нибудь. Короче, мой энергобур больше не эффективен. Почему? А, он разрядился? Да. Чувак, сколько тут обсидиана? Давай построим портал в ад, а? Почему бы нет? Только у нас нет алмазов. У нас есть 3 алмаза последние. А ты буром можешь копать эту? Я вообще ничем не могу копать почему-то. Печально. Так, окей, это свинец там. А, все, могу. Живый, странно, какой-то баг был, походу. А, да? Да. Попробуй покопать железо. О, копаешь? Да. Ой-ой-ой. Чувак, смотри. Офигеть, сколько тут лазурита. Ё-моё. Столько всякой руды. Короче, нам надо обязательно найти тут алмазы, потому что... Это... Ну, зачем мы сюда пришли, если нет алмазов? Действительно. Да куда я тут ползу? Куда ползти? Куда идти? Так, куда? Все, сломал? Сломал. Так, я куда-то выбираюсь, не знаю куда. Ну, тут и катакомбы. Я уран нашел еще один. А из урана мы можем урановый стержень сделать, да? Да, ты угадал, абсолютно право. И потом что? Потом еще что-то. Я нашел заброшенную шахту. Иди офигеть, сюда. Молодец. Иди за мной, иди по Нику ко мне. Окей, сейчас приду, подожди. Я тут скопаю просто одну важную вещь. А ты можешь обсидиан копать? Кто тебя бьет? Ой! Бьёт? Ты меня бил только что, я кажется. Я тебя не бил. А кто? Пошли, не знаю. Да, что за... Уйди оттуда. Что это? Что за... Где? Куда ты становишься? Мертвая зона, черт. Я становлюсь, ничего у меня.
Обойди тогда. Сюда пошли. Стой, погоди, мне надо похитить. Дай покушаю. Да, мне тоже покушать надо. Так, ты где? Здесь я. Давай, где? Здесь я. Пошли за мной. Поплыли, я бы сказал. Ой-ой-ой-ой. Чувак, стой. Так, я продолжаю, мы продолжаем. Собственно, вот тут такая вот пещерка. Блин. О, золото, смотри. А, точно, иди сюда, слушай. Там заброшенная шахта же. Идешь? Я иду. Смотри, тут вот золото. Чего ты так далеко уходишь постоянно? Золото, бриллианты, потому что иди все время за мной. Какие бриллианты? Я говорю, золото, бриллианты. Алмазы? Да, может, возможно, найдем, пошли. Аккуратно, тут лава. Давай вот так пойдем. Как, ты пролетел, что ли? Да. Стой, не туда, не туда, назад. Иди сюда. Ползли давай. Тебя этот булыжник бьет, пошли. Злой булыжник. Уходи, булыжник. Он как радиоактивный, походу, что ли? Радиоактивный булыжник. Стоп, смотри, вон там, иди сюда, за мной. Там вот наверху доски. А это значит заброшенные шахты. Тут чел! Стой, иди сюда. Чё, покажи. Покажи, стой. Фоткай! Что? Офигеть, тут арбузные семена. Арбузные семечки. Всё. Забирай всё. Всё. Мы сделаем себе ферму. Всё, падик наш. Падик наш, что? Всё, падик наш. Мы купим его за семки. Халявная вагонетка. Да, и эта штучка. И рельсы. Моё. Так, пошли дальше. Нет. Чё? О, стой, вот сюда пошли. Стой. Тут завал просто. Пойдём. Надо разгребать, иди сюда. Погоди. Да, жду. Погоди, мне нужно кое-что достать. Тут завал. Все, нет завала. И больше тут вроде нечем похвастаться в этой пещере. О, тут пауки! Спавнер! Пошел от меня! Пошел! Он меня травил! Чувак! Спавнер пауков! Чувак. Да. Спавнер пауков, не убирай верстак. Куда? А. У тебя есть меч? Нету. А ты что? А нет, есть. У нас есть смарт-мувинг. Ой, он же беспрепятственно ходит через эти штуки. Ай. Чё, отравил? Да, он меня отравил. Чувак, он, блин, имбовый этот паук. Разрушай нафиг спавнер. Не нужны нам эти пауки, боги. Вот спавнер этих зомби еще был бы, кстати, а пауков не. Давай, короче, на поверхность выбираемся. Сейчас рельсы доломай. И пошли на поверхность. Что-то мы тут уже долго сидим. Да? Да. И надеюсь... Так, подсвети. Куда подсвети? А, не надо. Так, да. Все, выбираемся наверх. Надеюсь, Джеффи и Джеки не выбрались у нас еще. Не избежать просто могут. Это будет, кстати, не кстати. Ты где? Здесь. Так, ну ты же летать можешь. Что ты Iron Man, блин. Человек-утюг. Iron же по-английски это утюг. Да. Давай. Ой-ой-ой, стрёмные звуки. Стрёмные звуки. Как эмеральдовые пуки. Ну, на самом деле, они такие же стрёмные. Ну да. А куда выкинули палочки? Так. Всё, давай, короче, копаем наверх. Так, оп, ай-яй-яй-яй, как плохо. Ты где?
Не здесь. Давай, выкапываемся наверх. Так, уголь меня пока не интересует. Меня интересует. Что ж такое-то? У меня... А, все нормально. Что? Не, все нормально, все нормально. Так. Нормальненько. Нормальненько. Вот так, выкапываемся, выкапываемся. Так. Ой, ой, у меня завалило. Ай, фига, да сколько мне надамажило. Я просто, не знаю, неудачник какой-то. Ать, поехали. Ай, поехавший. Так, мне надо, чтобы ты раскопал. Ты поехал. Нет. Iron Man, человек-утюг. Оп. Все. Ой, прикалываешься? Ой, как темно тут. Ой, копай сам. Давай. А ты как последний вор выберешься, да? Угу. Наружу. Я буду вот так вот контролировать, вот так вот. Смотри, как я буду. Смотри, как я буду контролировать, вот так вот буду контролировать. Контроллер. Окей, окей. Я тебе не негр, чтобы я копал тебе тут шахты. Ну правильно. Черный юмор это. Ай, плохо мне говорили, но я никого не слушаю, я черный. О, все, мы выбрались, слушай. Это Альпы наши любимые. О, Альпы. Я еще думаю, что так долго копали. А мы в горы копали наверх. Да. Два идиота. Так, и где? Вот как ориентируемся бы... по свету. Ориентируемся по свету. Так, я уже летел на достаточную высоту. Угу. Смотри, как бы, вот наши Альпы, да, эти, мы назовем их... Че? Эверест. Не, погоди. Я не могу домик найти, чувак, где мы? Я уже нашел. Где? Или нет? Может быть, надо, короче, отойти подальше от город их. Blackwood Pines, вот как назовем. Blackwood Pines, почему? Что это означает? Ну, как бы видишь, тут деревья, они такие черненькие, да? Ну. И Pines. Фига, у меня X-Ray, походу, сработал там. В смысле? Ну, как бы не прорисовались эти карты. Вот мы добрались до дома, да? Да. Собственно, так, пойдем проверим наших друзей Джеффи и Джеки. Которые что-то, сбежали. Как они сбежали? Не знаю. Через вентиляцию? Я сейчас проверю. Чувак, блин, стрёмно. Взяли, сбежали. Вдруг мы будем спать, они нас убьют. Сейчас узнаем. Да. Нафиг рычаг тут поставил. Короче, давай, пошли на... А, погоди, да, я посмотрю хоть. Смотри. Ай, ай-яй-яй! Чё? Меня бьют! Кто бьет? Чёрт! Чёрт, 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 чёрт! Выходи, выходи, выходи! А! Кто тебя убил? Чувак! В смысле? Кто тебя убил? Я не знаю. Кто что? Святой Дух? Не понял. Мистер Эмеральд умер от радиации. Что? Какой радиации? Какой радиации? Вот именно, какой радиации? Какой? Откуда тут радиация? Откуда она тут вообще? Может, они тут напердели, не знаю. Нет, такой вариант невозможен, потому что, понимаешь, они же трупы, по сути, живые. Ну, Джек... Да-да, давай, пошли, короче, заканчивать серию. То Эмиральд опять умрет, блядь, от радиации. Ой, жесть, ну это, конечно, было эпик. Я такой вхожу, и меня дамажить начинают. Ага, так, давай... Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты что ж, я не могу залезть, так? Давай, залезай. Что ты так руками, не знаю, как рэпер? Так, давай, садись на стул. Собственно, чего мы добились в этой серии, да? В этой серии мы добились Джека, Джеффа. Да, Джеки и Джеффа. Которые сбежали. Которые сбежали, да. И мне оставили там подарок, видимо, какой-то, от которого я умер. От которого, да. Они кучку наложили, там он наступил на нее, и все. Приплыли. Ну вот, и собственно, в следующей серии мы полетим, не знаю, на самолете куда-нибудь за слизнью. Я опять сломал лэптоп. Ты его забрал. Ну ладно, короче, пофиг на него. Вот такие вот дела, друзья. Да, вот такие на самом деле дела.
До скорого, дорогие друзья, пока. До следующих серий. Всем пока.